Всем привет, всем привет, привет, ребята, вы на канале РБ Хоккей, где мы говорим только о хоккее, с вами Павел Лысенков, и хочу я сейчас дать прогноз на матч Салават Юлаев-Акбарс. Снова зеленое дерби нас ждет, на этот раз в Уфе оно пройдет, и что же я думаю об этом матче. Если смотреть на то, как команды эти стартовали в регулярном чемпионате КХЛ, то я вижу, что, в принципе, конечно, оба клуба должны быть в плей-офф, но все-таки Акбарс выглядит гораздо мощнее и ресурснее, я бы так сказал. Состав там действительно такой на заглядение, что даже Дамир Джафяров оказывается в роли 13-го форварда, хотя в том же самом Салавате Юлаеве он наверняка играл бы в топ-6. Конечно, была вот эта осечка, когда Акбарс уступил Сочи дома со счетом 1-3, но мне кажется, там просто жестко Казань недонастроилась на соперника, который проигрывал до этого там со счетом 2-7, 3-8, какие-то такие были счета астрономические, и не ждал, что Сочи будет таким грозным клубом, который Ярославлю выиграет 5-0, то есть, ну, явная была недооценка. В остальном Акбарс уверенно разбирался со всеми конкурентами, включая последний матч вот против Минского Динамо, который тоже был очень хорошим на льду, и Дмитрий Квартальный, бывший тренер, да, там победа была в овертайме 2-1, но все равно Акбарс не давал повода сомневаться в себе. Для меня самая такая классическая характеристика Акбарса — это вот первый матч против ЦСКА со счетом 5-2, где у Казани получалось вообще все. Салават Юлаев, не считая убедительную победу над Ладой, по-моему, в остальном качался так плюс-минус, да, там в одну шайбу выиграет, в одну проиграет. И вроде бы хорошая команда, да, и есть лидер очевидный, Саша Хмелевский, который много забивает, но кроме этого, я не могу сказать, что вот Салават набрал ход, и он прям готов здесь и сейчас на равных биться и особенно побеждать этот Акбарс. Так что зеленое дерби, я предрекаю, останется за Казанью, Казань выиграет, и тут я колеблюсь между двумя прогнозами, или победа Акбарса в основное время, или дополнительное с учетом овертаймов. Тут уже зависит от того, как вы хотите и готовы рисковать. 1.70 за дополнительное время победа Акбарса при любом варианте, да, даже по булитам. Или 2.16 за победу в основное время. Я бы выбрал все-таки дополнительно, снизив риск, 1.70, потому что это зеленое дерби, и в нем реально все может быть. Каждый может стать героем, но давайте обсуждать в комментариях, может быть, я не прав, но вы со мной согласитесь, что Акбарс здесь и сейчас объективно сильнее, чем Салават Юлаев. Давайте в комментариях на эту тему поспорим. Рейтинг букмекеров – это прогнозы на спорт. Прогнозы на спорт. На футбол, теннис, ММА. На хоккей. Киберспорт, баскетбол. Прогноз погоды? Нет, прогнозов погоды мы не даем. Рейтинг букмекеров – это прогнозы на спорт. Да я знаю. Никакой погоды. Только прогнозы на спорт от лучших экспертов на сайте Рейтинг Букмекеров.